І так, друзі, всім опять привіт. Знову вибрався на рибалку. Сьогодні передають, сьогодні, звісно, непонятно, откуда взявся дощ. Його не передавали, туман. Но сьогодні класно, сьогодні самий, мабуть, буде теплий день, до плюс 16. І це в ноябрі місяці. Вечір даже то теплий, все, утро 5 утра, 11 градусів. Поэтому еду на рыбалку, еду на щуку, опять же на судака, но еду уже на целый тупо день, чтоб уже конкретно понимать, где, что, почем, как ловится, на что клюе, проверить все там свои точки, ямы, ну и что-то, конечно, поймать. Вот. Поэтому, я думаю, это уже будет завершающая, наверное, рыбалка с лодки. Там уже дальше передают холода, морозы. Я думаю, что уже скоро буду выезжать на жерлицы. Вот. А так, в принципе, все good. Опять же, сегодня, повторюсь, будний день. Ну, как я люблю говорить. Посмотрим в дождь, сколько опять приедет людей. Но я думаю, будет много, потому что там до обеда будет ветерок такой 4-5 метра, а потом уже после обеда будет штиляка. Но опять же, доезжаешь, говорю, не передавали. А он есть. Но я думаю, все остальное будет уже на воде интересное. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи на воде. Итак, друзья, на рыбалке вот приехал. Что самое удивительное, что я сам нема, ни вообще никого, ни души. Вот. Что значит, когда приехать пораньше? А я приехал по старому времени, бо знал, что в 6 утра уже будет светать. По старому это 7 утра. Вот. Поэтому все, быстро распаковываемся и валим на воду. Ой, как же ж я это люблю. Офигеть просто. И вот, друзьяки, за 10 минут, пока распаковывали, скидывали лодку, уже успело посветлеть. Фух, ай, как же хочется уже закинуть. Смотрите, я тут тупо сам. Нету никого. Вообще один. Даже фидеристов нету на... Скажите, я скажу, на причале. Вот так все тут красиво. Ну, а мы в бой. Так, ребятки, что-то клюнуло, и что-то конкретное клюнуло. Фрикциончик я не зажимаю, там что-то так бодалось, народ. Ху-ху, капец. Ого, что-то такое тяжелое. Охренеть, что ж это такое там?
Фух, ребятка, на эмоциях. Охренеть просто можно. И так тяжело идет. Ни хрена себе. Ого, ребятки. И довольно трофейная щука. Смотрите, який крокодил. Ого. Так, так. Побачила и зацепилась. Блин, чтоб же веревку не порвал. Ого. Ребятки, це трофей. Ого. Ого. Вот це так трофей, ребята. Вот це так трофей. Давай, давай, выходи. Красавица, выходи. Ой. Охренеть. Давай, давай, аккуратненько. Аккуратненько. О, есть. Фух. Охренеть. Вот это эмоции. Вот это, люди, эмоции. Охеренная щука. Клюнула. Просто шикарная рыба. Фух. Фу-ху-ху-ху-ху. Итак, друзьяки, опять поклевка. Ух ты, блин. Ух ты, блин, что это такие? Опять якийсь дракон. Чи шо це у нас? Так важко йшов. Ого, ребята, це хороший судак клюнув. Не, возьму подсаку, бо може зуйти. Бля. Блядь, зашел. Зараза, а. Блин, надо было поднимать его, а я не поднял. Офигеть просто. Ну ладно, рыбачимо дали. Рыбе теж треба давати шанс. Блин, ну судачок такий зачетный. Итак, ребяточки, опять поклевка, нихера себе. Ого, як бодается. Шо це таке? Ох, нихрена себе. Опять щука. Ребятки, опять щука клюнула. Ай, хорошая. Хорошая рыба. Фух. Вот это я сегодня разрываю рыбу. Вот це день сьогодні. Хороший. Ху-ху-ху. Дзьобнула. Опять щука, народ. Опять клюнула щука. Класс. Ого, ребятки, опять. Ого. Ого, опять клюнула щука. Народ, охренеть. Можно. Ого, ого, ого. Офигеть, народ. Офигеть. Это ж надо таки.
Ох и буйная попалась. Ох и буйная рыба. Смотрите, какая красивая, золотистая щука. Офигеть все. Итак, друзья, решил опять видео включить. Короче, здесь капец. Нашел место, 4 заброса, 4 рыбы, 3 щуки и 1 судак хороший, но судак сошел. Обидно, конечно. Я же говорю, судак был обалденный. Но пока я сопли жевал, блин, то под саку читак брать. Он, короче, ушел. Поэтому. Фух, блин, эмоции капец. Офигеть просто. Вот это рыбалка. Сегодня, конечно, рыбалка, блин, просто шикардосная. Рыбу. Утро было, конечно, спокойное. Наверное, там пару часиков на рыбалочке пришлось пока покататься, там место поискать. Вот, но потом как пошло, и вот уже у нас еще 10 часов нету, а я уже рыбалку сделал, короче. Ну ничего, я тут сегодня буду долго. Я думаю, до вечера буду. Хочется еще каких-то трофеев надергать. Я думаю, мне это удастся. Так, надо сейчас поменять будет батарейку, потому что уже 3%. Сейчас сдохнет. Может, хоть на камеру какая-то поклевочка будет, то было бы неплохо. Блин, за судака, конечно, обидно. Судак был хороший, реально, такой где-то за кило, точно. И причем взял не на глубине, где-то, ну, 5-6, может, метров. Итак, друзья, и опять поклевка. Не успел снять. Бьет, блин, прямо на ходу. Охренеть можно просто. Ого, порезанный какой, смотрите. Щуки дают ему люлей. Класс. Итак, друзья, что хочу сказать. Рыба есть. Рыба клюет. Время уже у нас. Так. 10:30. Зараз, мабуть, еще десь полчаса рыбалки. И буду уже обидать того, что я встал сьогодні в 4 ранку. Поэтому уже хочется что-то з'їсти. Підсасує вже. Воно якихось 2 рекса приїхало.
Ну, один нормальненький той. Ось, якщо вам видно. Той, що гриби на веслах, нормальний. А той, що сидить, падло, опять на драча ловить. Уже розпакував свій цей кульок, мішок, в який він буде туди складати вибагрену рибу всю з ями. І займається не рибалкой, а браконьерством. Ну нічого, Бог йому суддя. А ми продовжуємо ловити рибу на відео. Блін, бере прямо на падінні. Приманка упала, и только дух, и все. Либо же, когда начинаешь проводку, сразу же рыба уже. Ну, берет в пасть, это хорошо. Значит, рыба активничает. Значит, рыба питается. И такую рыбалку я просто обожаю. Вот. Потому что когда барится, багрится рыба, либо, как говорится, херовничает там, либо за бороду там дёбнет, либо там пузом, я такого не люблю. Вот когда в пасть, это рыбалка. Так что свитерис поднимается, начинает уже волну. Сдавать. Это мне не очень нравится. Бо уже так дуе. Хорошо дуе. Ну, воно и передавало где-то, что там примерно перед обидом будет ветер десь 4,5 метри. Ну, недовго десь там, може, годину подує и потім буде вроде штильно. Ну, це вже десь буде після обіду. Так, тишина. Да, так уже подраздуло волну. Нічого, зараз будемо. Зараз сяду, щось перекушу. Якраз, може, і риба подійде. Блін, зібає там біль, мабуть, бо так кончик спінінга. Не, ну поклевки есть, тому що і тикает, і б'єт, і крючки не на месте, когда вытягиваешь потом приманку. Поэтому рыба есть. Я в этом уверен. Что она может быть не такая активная, но... Но интересующая. Интересует ее приманочки. А раз интересует, значит... Будет дело. Ну, я же говорю, сегодня еще не вечер. Еще только пока утро. То я думаю, что рыба еще отозвется. И трофейная, и только трофейная. Потому что другой нам не надо. Говорю, сегодня единственный такой день классный, который, блин, что сегодня, блин, уже какое там 5 ноября, а на сегодня передают плюс 16. Вот поэтому из-за такой погоды грех сегодня не уделить целый день рыбалке.
Да и плюс хочется подышать свежим воздухом, потому что вот эти политические игры, которые людей, блин, делают больными со своими вакцинами, да всякой этой гадости, уже настолько надоело, что не знаешь, куда от этого всего деться. Поэтому сейчас рыбалка, природа, то, что надо. Никогда здесь не заболеете никакими коронами, это 100%. Вот. Поэтому а то и текаешь от этого всего, от этих всех тварей. И на работе тоже уже с 8 числа принудительная вакцинация, либо с работы отстранять будут. Ну, короче, жестяк полный. Непонятно, что это происходит, конечно, в последнее время. Но знаю одно, что в страшное время мы живем сейчас. Реально в страшное. Поэтому такая штука, как рыбалка, дает возможность отвлечься от этих всех глобальных проблем. Это кайф, народ, я вам говорю. Особенно кто в теме, да кто точно знает. Блин, слушай, надо так, судачок так редко проклевывает. Дёбнет то, то дёбнет, то тыкнет, то, блин, еще что-то. Блин, обожаю будний день. Странно, конечно. Сегодня просто погода такая, одна из последней недели, что будет идеальная. Я думал, что рыбацюк сегодня будет немереное количество. А я тут вообще утром был один. Только сейчас там позлазилось пару рыбалок и все. Странно. Как-то непривычно. Итак, дружбаны. Опять небольшая поклевочка. Клюнул малыш. Так, хорошо, что не в глазик. Опс, плыви, братанчик. Фух, мы рыбачим дальше. Итак, друзьяки, опять поклевка. Только что такой удар был. Подача удара. Ой. Не соответствует совершенно размеру судака. Аккуратненько. Давай за дедушкой. Ой. Ну хоть поклевка. О, драчонист, багрист что-то уже забагрил. Сейчас подивимся, за что он его забагрил. Отгад. Отводить на другую сторону. За тройник. Рыбка вверху, тройник внизу. Офигеть. И так вываживают, значит там килл 3. Багрист, драчунист. Так, друзья, опять поклевка. И опять что-то хорошее взяло. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. И опять взяла хорошая щука. Давай, давай, выходи. Хорошая.
народ взяла щука. Фух, класс. Охренеть. Фух. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это я красавчик, народ, смотрите. Ого, вот это такие крокодильчик. Ой, хороший. Ху-ху-ху-ху. Офигеть. Итак, друзьяки, опять поклевище. Ху-ху-ху-ху-ху. Да что ж это там такие, народ, а? Что ж там такие? Говорю, там что-то страшное. Друзьяки, там что-то страшное. Ого. Вот это что-то конкретное. Это же надо так бодается. Ого, ого. Ого, народ. Это называется щука-дракон. Щука-народ-дракон. Это называется, народ, щука-дракон. А, капец, и в подсаки сошла. Охренеть можно просто. Охренеть. Ху-ху-ху. Смотрите, эка мамка. Офигеть. Фу-фу-фу-фу. Куда, куда, куда? Охрененная мамка. Вот это я сегодня бомблю. Щук. Охренеть. Итак, друзьяки, опять поклевка якась. О, тянется это. Тяжело. Блин, вот это сегодня день, конечно, я офигенный выбрал для рыбалки. Но чем ближе, тем тяжелее. А, махонький. Забагрился немного. Ну, все равно. Давай. Бежи, друг. Так, что-то пару рексів подвалило. Це мені щось не дуже нравиться. Надо розганять трохи. І опять же драчуни. Багруни, драчуни. Задовбали вже, якщо чесно. Короче, народ, мораль истории такова. Ездить все-таки на рыбалку надо с утра, а не в обед. До обеда я уже отловился так, что просто капец. Наблюдал одну картину, кстати, как бакланы, блин, ныряют и просто, ну не то, что там бель, бомбят, а еще и судаков, блин, и таких, причем сантиметров по 20 размерами, такой неплохие судаки, блять, выныривают, короче, с такой рыбиной, як они ее глотают, фиг его знает, и на какую-то интересную глубину они ныряют, чтобы судака достать, ничего себе, вот это, конечно, интересно. Сегодня наблюдал, как бакланы. Было, конечно, интересно понаблюдать за ними. Фух. Ну а что, а мы рыбачим дальше. Блин, я уже за сегодня поймал сколько? 3 судаков я их отпустил. И уже 5 щук. И щуки все довольно хорошего размера.
И так лупят, конечно, такие активные. Офигеть просто можно. Вообще можно поехать проверить еще пару мест. Я знаю, где она собирается, щука. Может быть, и туда она уже подошла тоже. Молчат пока рыбки. Так, вырубаю камеру, чтобы не садить батарейки. Это уже последнее осталось. Итак, ребятки, опять поклевка. Чуть рыбу не упустил, пока это видео настроил. Ого! Ребята, это опять якийсь дракон. Это реальный опять дракон. Блин, как же ж она взяла так жестко. Ого. Блин, там еще флюр. Ого. Ого, ребята, это крокодил. Это реальный крокодил. Ох, взял, слава тебе, Господи. Это реальный крокодил. Охренеть просто. Фух, народ. Фух, вот это я сегодня красавчик. Реальный красавчик, вы подивите. Подивите-ка машина. О! Ого. Реальная машина. Так, друзьяки, вечерняя поклевка. И клюнул такой карандаш, который сейчас благополучно будет отпущен. Он сам отпустился. Итак, друзья, рыбалка уже, как вы поняли, уже подошла к завершению. Что хочу сказать? Рыбалка была просто супер, просто класс. Блин, неожиданно. Руки, эмоции, все трусится, все в таком, блин, адреналине, что, блин, я просто, блин, честно говоря, в шоке. Рыбалка была классная. Рыбы было поймано много, отпущено было много, трофеев много. Вот, что хотел еще сказать, что едьте на рыбалку, ловить рыбу, дышить свежим воздухом, потому что вот эти политические гады, они просто, ну, я не знаю, и вот эта атмосфера, которая вся происходит сейчас в мире, настолько напрягает. Я вам так скажу, на рыбалке и на воде этого напряга нету, забываешь про все, просто кайфуешь и получаешь удовольствие. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и будет еще много интересного. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч и до встречи на воде.